Не просто собрали гуманитарку, а передали ее лично в руки военным. Волонтеры из благотворительного клуба «Патриоты» и Димитровградского клуба «Самбо» приехали из Луганской Народной Республики. Ездили они туда не с пустыми руками. С собой взяли необходимые вещи для мобилизованных из Ульяновской области. Добровольцы не первый раз выезжают в зону соприкосновения, стараются ежемесячно отправлять грузы. Причем основной принцип – доставка именно в руки и лично в боевые подразделения. Силами клуба «Патриоты» и спонсоров на Донбасс отправлено более 3 тонн разнообразного груза. На этот раз ульяновцы привезли продукты, технику, письма и посылки от родных. Доставили и новенький автомобиль для нужд одной из групп, где служат воспитанники Димитровградской школы «Самбо». Друзья, да, ребята доехали, все ваши приветы передали. Ребята немногословные, скромные, поэтому за них буду говорить я. Всем огромное спасибо, все, кто с нами, все, кто участвует, все, кто неравнодушные. От всех вам большой привет. Ребята держатся, настроение боевое. Добровольцы посетили расположение одной из групп мобилизованных, посмотрели условия проживания. Сами военные встретили волонтеров радушно. Мы все сюда, как говорится, родину защищать. Вот, за своих детей, за своих матерей, отцов, вот, за близких, за братьев, за сестер. Вот, так что это наш долг, не надо его выполнять. В сборе гуманитарного груза принимали участие спортсмены, волонтеры, жены и родственники мобилизованных из Димитровграда и Ульяновска. Анна Тищенко, Улправда ТВ.